на нашей вечеринке замечательные гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Инна Горбачева. Откуда вы к нам приехали? Сибирь, город Кемерово. Как далеко, замечательно. Расскажите о вашем творческом пути, о вашем отношении к вокалу. Ну, с детства я пою на сцене. Меня еще ставили на табуретку, когда я была маленькой. То есть сцена — это мое призвание, и, можно сказать, всю жизнь этим занималась, пока не вышла замуж. Потом был такой перерыв, 10 лет, дети. Вот, а теперь 3 года, как я уже этим занимаюсь, у меня своя группа там была. И хочется, чтобы люди услышали мои песни, я композитор. Но здесь я сегодня буду петь не свою песню, а ну, просто танцевальную такую ритмичную песню, чтобы немножко людей зарядить, повеселить, каким-то драйвом насытить. Вы пишете для себя или для других исполнителей в том числе? Ну, для себя и для других, то есть для группы я писала. На заказ гимны какие-то у нас. У меня был написан гимн «Королева Томской губернии». Это конкурс красоты для мам, я там участвовала. И этот гимн, он потом в Москве стал такой визитной карточкой «Миссис Россия». Вот. Это очень хорошо, это очень хорошая перспектива. Ну, я надеюсь, что да. Расскажите о вашем наряде, о вашем образе. Как вы подбираете образ для исполнения, для песен? Под настроение, когда я знаю, я куда-то иду, ну, я примерно понимаю, что я буду петь, да? И я уже понимаю, если это какая-то романтическая песня, тогда это более такие легкие тона, ну, ненавязчивые. А если это какая-то драйвовая песня, то обязательно это такой маленько стервозный такой вид. Вот. Пусть это даже будет длинное платье, да, как у меня сейчас. Да. Либо прекрасно. Это будет короткое. Ну, я вообще в фэшн-индустрии очень интересовалась и занималась. Я была арт-директором Fashion Week Кузбасс, мы организовывали это мероприятие, поэтому мода, она мне близка, и хочется следовать моде и нести тоже такой свой стиль в музыке. А в дальнейшем все-таки планируете углубиться в фэшн-индустрию или все-таки больше в вокал? Вокал. Тина, что пожелаете сегодняшним гостям? Я пожелаю отличного настроения, позитива. Просто любите жизнь, любите друг друга, и все будет клево. Спасибо большое. Я желаю вам удачного выступления сегодня. Спасибо большое вам тоже. Все.